Ну а перед началом видео, ребята, хочу вам передать приветики и поздравления и огромную благодарность за поддержку моего канала. Артур Кейси мне передал 150 тысяч вирт, и это он мне передал, скажем так, подарочек перед Новым годом. Тебе огромное спасибо, Артурка, и привет. Дальше у нас идет Артем Моретти. Он мне передал 20 тысяч вирт, и тебе приветик, Артем. Огромное спасибо. А дальше у нас уже, как всегда, попал Свинка Голд. 25 тысяч вирт он мне дал. Огромное тебе спасибо, каждый выпуск попадаешь. Джонни Лимон передал мне 6807 вирт. И опять же поздравил меня с наступающим Новым годом, тебя тоже с наступающим, и спасибо тебе. Дальше у нас идет Истонада Шакур. Он передал мне 15 тысяч вирт, и огромное тебе спасибо. С наступающим всех, ребята. Дальше 35 тысяч вирт мне передал Джексон Грувер. Огромное тебе спасибо, Джексон, и приветик тебе. 8480 вирт передал мне Александра Белл. Приветик тебе, Александра. Огромная благодарность тебе, пламенный такой приветик. И спасибо. Дальше у нас идет Тагир Жумин. Жумин, надеюсь, правильно прочитал. Он передал мне 25 тысяч вирт и попросил передать приветик группировке MC13. Это такая страшная, очень довольно-таки опасная группировка, я давно про нее наслышан. И всем приветик, ребята. Дальше мне передал 5900 вирт Миша Фрезер. Огромное тебе спасибо, Миша. И приветик тебе. Всем привет, ребята, с вами, как всегда, Влад. И вот мы уже выдвигаемся на свою работу ФБРовца. И сегодня посмотрим, что у нас будет. Я еще сам даже не знаю. Возможно, что-то будет интересное, возможно, что-то нет. Ой, блин, уже на угоне была моя ласточка. Можно я буду танцевать сзади? Луис Холл, тебе приветик. Это он у меня угонял, я так понял, да? Но нет, я уже сейчас поеду в ФБР. И там мы будем смотреть, что у нас получится. Мне нравится в ФБР то, что... Ай-яй-яй. Есть маскировочки. Так. Да я уже уехал. Спасибо. Сейчас поедем. Маскировочки, я даже был недавно в маскировке грувовца, и меня тупо грувовцы подъезжают ко мне, я в ФК такой стал, выхожу с ФК, смотрю, одни ко мне подбегают и говорят, говно капт, и пришлось с ними ехать, чтобы меня не рассекретили, так я и попал к ним на район. Но потом уже пришлось убегать, так что сейчас посмотрим, что у нас получится. И да, кстати, ребята, вот уже близится Новый год, и я думаю на Новый год сделать для вас подарочек. А именно разыграть свой домик, который вы видели в самом начале. Это N-класс, где-то находится. Ну и его разыграем. Ну и там, конечно же, еще денежки добавим. Я думаю, все будут участвовать. Против никто не будет, да? Ну и я как раз себе потом куплю домик в СФ. Опа. А вот так, слабо? Кому слабо такой трюк сделать? Первый раз у меня так получилось. Давайте так, кто повторит именно такой же трюк, я дам вам 20 тысяч. Или наоборот, давайте, кто лучше всех сделает такой трюк и снимет это на видео и закинет мне в группу ВКонтакте. Я в начале видео его покажу в следующем видео. Так что, если кто хочет попасть в выпуск, и я ему, конечно же, передам приветик, давайте. Творите чудеса. Никита Жук что-то прячется. Да, неожиданный такой трюк получился у меня. Так, ну вот мы уже и подъезжаем к нашему новому месту обитания, скажем так, да? Так, парковочка у нас всегда в начале гаража, потому что мы еще тут печенечки. Так, и еще самое прикольное то, что я очень сильно долго привыкал к тому, где мне переодеваться. Потому что в ЛСПД и в ньюсах такой заходишь, и сразу налево тебе надо бежать, да? Вот, сразу налево бежишь, и тут бац, а тут ничего нету, тут допросная. А мне нужно сделать аж вот такой круг. А, и вот сюда, да. Вот так я и привыкал. Конечно же, если ты тут, как скажем так, первый раз, тебе сложно ориентироваться, где что находится. Надеюсь, тут есть старший состав, чтобы мне выдать форму, маскировочку. Приветствую.
Так, агент Сид, я думал, не умеет выдавать форму. Так, товарищ директор, выдайте, пожалуйста, маскировочку. Сейчас, кстати, у нас Гудвин Джордан, новый директор ФБР. Поставили по заявочке. Ну и думаю, сейчас он мне выдаст форму какую-то. Надеюсь, ему не будет лень. Ждем ответа. Влад в ФБР. Ой, блин, не могу даже прочитать. В ФБР ни слов, товарищ. И чё? Ой, да какая разница? Блин, что он от меня морозится, что ли? Ну, напишем давайте в смс-очку. Ну, я думаю, в смс-очке не надо субординацию придерживать. Сейчас буду в гараже. Окей, значит, побежим сейчас в гаражик и будем его ждать. В ФБР еще такая фишка, что всем нужно носить именно очки. Я их как раз не люблю, и, блин, приходится их носить. Один из моих нелюбимых аксессуаров. А ну-ка, если одеть шапочку. Забавно получается. Не, все-таки не очень красиво. А что у меня еще есть? АЦ-1. Бол. Тогда уже можно мне в черную полицию идти, если так одеваться. Меня не должны, по идее, же видеть. Я в полной маскировочке. Сейчас я хочу взять одежду. Кого возьмем? Грув можно, Вагос. А, Баллас. Давайте Баллас возьмем. Я думаю, получится прикольненько. Хотя, давайте у кого больше квадратов. Рифа или Вагос? Ну, у кого самый красивый скин? Давайте Вагос. Или Рифа. Я не знаю. Рифа. Все, я выбрал. Рифа. Или Рифа. Я точно не знаю, как оно произносится. Так, я уже довольно-таки долго жду этого директора ФБР, и он сказал, находится у себя в офисе. А, вот он. Гудвин Джордан. Давай. Не снял форму с себя. Выбрал нужную форму. Не-не-не-не. Начал надевать нужную одежду. Грув. Секси форма на сатане. Е-е-е. Восьмой ранга сейчас попросил формочку. Отыгровки нормальные. Что не так? Сарказм, что ли? Так, все, отыгровочки у нас нормальные. Саня затазерил. Ладно, давайте уже побежим. Так, дальше мне нужно одеть клист. Положил-то как, да? Так, дальше мы одеваем клистик, и у нас есть, предстает к нам выбор. Взять нам султанчик, или можно взять нам мотоцикл. Давайте все-таки мотоцикл возьмем, да, один. О, что я это не могу брать? О, отлично. Х.
Хэм взял мотик FCR, да? FKR или как он? О, какой классный звук. В этом его преимущество, этого мотика, только одна беда, что он вагается и становится некрасивым совсем. Документики, естественно, я не могу посмотреть. И сейчас поедем мы на Респу Грув. Посмотрим, что да как нас примут, да? Не, наверное, надо было все-таки Султан. А, хотя Султан я ж не смогу заныкать в кустики, так что... Оп, что это было? Что это он так тпшнулся? А, блин, у меня ж лицензию еще забрали. Давайте по-быстренькому купим. А то некоторые шутнички забрали у меня лицензию на рыболовство. Сейчас быстренько купим. Блин, тут еще очередь. Опа. Приветик. Мне бы лицензию на рыболовство. Она вроде недорого стоит. Блин. Очки-то. Ох, как хорошо подходит к этому скину. Мне нравится. Покажите ваш паспорт. Окей, на 375. 2000. А мне сказали, 1000 стоит. Спасибо. Так, Андрей Феррари. Ну и погнали теперь на Респу Грув. Опа, а у нас тут выборы, да? Уже 21 число. Ну, как я и говорил, будем голосовать за Шегги Блэка. Так что жду от вас поддержки в его сторону, ребята. Надеюсь, он победит. Но вот мне сильно понравился этот кандидат, да и пусть он будет мэром уже. Ой, чуть не подрезал дальнобойщика. Блин, все-таки как прикольно быть в маскировке. Этот, у меня же еще будет второй ранг. Ну, я не знаю, когда меня повысить, я уже 4-й день в ФБР. Или даже 5-й уже. 4-й или 5-й день я уже в ФБР. И я думаю, меня должны уже скоро хотя бы повысить хоть как-то, да? И когда я буду вторым рангом, я уже смогу прослушивать. Так что буду слышать все новости в разных бандах, мафиях. Так что берегитесь. Сатана вылезет на охоту. О, блин, думал сальто сделаю. Ну ладно. Я смотрю, кто-то еще тут катается. Можно будет еще потом аресты поехать проводить у нас в казино. Казино, кстати, самое легче всех арестовать. Но я еще, конечно, никого туда не тягал. Ну да ладно. Да и что-то мне как-то жалко обманывать людей на то, что якобы я покупаю наркотики, а потом их сажать. Я даже не знаю. Что-то мне как-то неловко становится, так что я еще так не пробовал делать. Возможно, сейчас и попробуем. Так, полетели. Он уже какая-то машинка ФБР. А, нет, то охрана. Только без клеста. Ай-яй-яй. А, блин, я еще забыл один такой пунктик, что нам нужно обязательно купить биту. Блин, сколько же всяких... Нужно махинации сделать, чтобы начать хотя бы работать под прикрытием. Так, все, быстренько покупаем биту и идем на мэрию смотреть, что да как. А то что-то эта подготовочка у нас занимает много времени. Но она 1000 стоит, недорого. Блин, что-то я по привычке начал открывать лог, вводить, а потом бац, это не моя машина. Так, что у нас тут на мэрии?
что мы тут делаем? Блин, а народу что, так мало? 400 человек на сервере, а народу нету. Что-то вообще не прикольно. ЛСПД стоит, никого нету, кого мне арестовывать? Сбитый буду бегать. А интересно, я тут могу проголосовать, если я там проголосовал? Нет, не могу. И тут вообще пусто. Что за фигня? Эх, давайте туда поедем на район. Или байкеров. Вот видите, как я и говорил, багается этот мотик. Теперь он вообще такой бяка. Некрасивый. Виктим ЛС ограбили. Можно было бы поехать, но одному не камильфо. Да и будет как-то не по РП ехать одному и туда вообще что-то делать. Потому что их двое. Вот такие дела. Опа, Грувовцы обижают. Не, я их сажать не могу. Так, по идее, я могу вот тут припарковаться и просить у кого-то нарко, но, блин, я ж Грувовец. Чё мне просить нарко? Они сразу поймут, что тут что-то не так. Так, этот меня не узнал. Чё тут внутри? А тут никого даже. Взял султан, окей. Эх, что-то вообще не очень. Так, нормально проехали. Да тут даже некого арестовывать, один АФК стоит. А нет, не АФК стоит. Он, наверное, сразу понял, что я ВР. Когда ты форму одеваешь в ВР, то что-то сразу ко всем подозрение, что они знают, кто ты. Блин, он на меня так смотрел. Не, я боюсь. Сольет меня еще сейчас. Не, все-таки... Как это называется? Магазин одежды ограбили. Увы, да увы. Что-то у нас сегодня получается какие-то покатушечки. И что-то мы вообще никого не ловим. Хотелось бы кого-то словить. Так, ребята, все-таки решил уже приехать я на казино. И тут у меня такой чувак спрашивает, какой год мотика? Не продаю, ответил. Лол. И надо же всем обязательно сказать, что я из ФБР. Ну, блин, какой-то не очень пацанчик. Деду все за деньгами. Че за дед? Подходите к Дедушке Морозу. Лол. РПшка что ли отыгрывает? Так, ладно, давайте снимем форму, да? Снял форму. И положил под... Давайте тут. Балку. Снимем формочку, да? И напишем уже в чатик наш рацию. Так, снял нас... Маскировку 363. Сейчас мне быстренько ее снимут, и мы пойдем уже арестовывать, если там есть хотя бы кто-то в розыске. И хотя бы кого-то за сегодня арестовать, и будет уже прикольненько. Блин, да чё ж меня не снимают? Ну, директор, ты чё? Гудвин Джордан, сними маскировку. Ну чё? Что-то он меня игнорит опять. Ладно, давайте оденем сразу плюс 32. Джон Капелло какой-то ныкается, тайм сделал. А, наверное, багом играет опять.
Тебя что понизили? Ты же был агент СИД. Нет. Я печенька. Блин, что-то он меня игнорит, ну и ладно. Будем, значит, так арестовывать, что поделать. Раз мне не хотят уже снимать маскировочку. Да, он походу выиграл, да? Я же говорю, багом что-то он мне вот так отходит. Зачем? Я не вижу смысла. Все равно результат один и тот же. Ну да, ты песенька, но... Я думаю, он имел в виду печенька, а не что-то другое. Так, ну, значит, давайте вот этого повяжем, раз он еще и нарко юзает. Так, заломал руки мужику. Так, Томми, давай ты меня не будешь раскрывать. Быстренько сейчас арестуем его, хотя бы первого. Ну да, я ФБР. Дай 30к сразу. Томми, давай потом, я арест проведу, да? Да, ребята, если я вас и буду арестовывать, то давайте без обид, все-таки без этого никак. ФБР есть ФБР. Ну да, он, видите, подписчик. Ну, я ему скоротаю срок, если что. Дима, ты чё? 2,75, 5000 я ему дам. 30 я не буду давать. 30 это уже много. Бенджамин Металл, давай я тебе приветик передаю. Но, увы, я тебя на минималку посажу. МДК, давайте посмотрим. МДК 215. 1. На минималочку сейчас посадим тебя и давай без обид, если что, да? Окей, да у тебя все равно и так один, я бы тебя в любом случае посадил на один. Ну, зато ты в видео попадешь. Бенджаминчик. Какой клист у РМ? Серый. Так, это... 30-й, наверное. По идее 30-й. Был бы ПД, это будет моя первенькая жертвочка. Кого я посажу впервые именно в ЛВПД? А, ну да, 31-й. Ой, лист. Так, вот сюда вот так припаркуемся. Я даже не знаю, где главный ход тут. Так, C-Edgic 215. Главный ход, я думаю, тут. Блин, это не главный ход. Как сложно, когда ты не знаешь. Только нарко не забирай, пожалуйста. Окей, окей. Раз мой подписчик, то давай уже, значит, будем тебе, скажем так, снисходительно относиться. Изи 4-4. О чем это? А, выиграл. Окей. Так, для приличия я тебя обыщу. Оружие заберу. Оружие все равно у тебя бы пропало. Арест 215. Закрылось. О, Петромастер. Приветик. А что там админ писал? А, Алекс Денира, желающий покататься на магните до автошколы. Что за магнит? Давайте побыстрее, значит, пойдем. Так, у меня голод еще был. Давайте рыбку съедим. И поедем уже, значит, в автошколу. Я хочу узнать, что такое магнит. Надеюсь, я успею хотя бы туда доехать. Тихо, тихо, тихо. Действуют переводы в ВПД. Нет, ЛСПД лучше. ЛСПД в анлаб. Гудвину я написал уже два раза, а он мне игнорит. Он говнюк. Ну я так, любя, скажем так. Без отрицательных эмоций.
Как же вовремя он у меня забрал шпионство. А, блин. Еще и с мотика я слетел. Ну, хотя бы поздно, чем никогда, да? Автошкола. Я уже, наверное, не успею туда, да? Сейчас постараемся. Кстати, если кто не знал, тут, а если ехать, то ты будешь ехать со всей скоростью. А если ехать именно по дороге главной, то у тебя будет замедление. Не знаю, что так происходит. Возможно, так задумано системой, но можно вот так, как я только что, сделать, и вы доедете намного быстрее. Лайфхак, скажем так, да? Да-да-да. Ну и где магнитики? Хочу покататься на магните. А где магнит? О, Дима тоже голосует за Блэка. Блин. Никакого магнита нету. Все. Обманули. Шеги у меня в МЗ был. Норм вроде. Вот видите, все за Блэка голосуют, так что у вас есть выбор. Даже он. Можно прислушаться к обществу или ко мне уже. Ладно, ребята, все-таки буду уже заканчивать на этом серию. Поездили мы сегодня, покатались, в форме маскировочки побыли, и хотя бы одного арестовали, и то подписчика. Так что всем пока, ребята, и увидимся уже, я думаю, на стриме. Но если не получится стрима, то уже все-таки придется уже после Нового года, потому что уезжаю домой, все дела. Так что всем пока и хорошего настроения. А с вами был ФБР Сатана. Thank you.